Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Донали, и это видео обращение ко всем моим подписчикам. Ко всем моим подписчикам, несмотря на то, что за моей спиной крадется моя сестра. Сейчас за жопу сделаю. Хватит. Спасибо, что вы подписались на меня, ведь вас уже 180. И на самом деле это очень большой для меня восторг и шок. Ведь началось все с того, что мою идею основы канала изначально поддержала как раз-таки моя сестра. И сказала мне год назад, по-моему, почти полтора, наверное, уже, что «А почему бы нет?» Полтора? Я точно не помню. В общем, точно полтора года назад, что она сказала «Попробуй, почему бы нет? Тебе же это нравится». И вот с тех пор я стараюсь радовать вас своими видео, которые, я надеюсь, вам все-таки нравятся. Спасибо тем, кто уже давно на меня подписан и не отписывается до сих пор. Я благодарна вам. И рада приветствовать всех тех, кто только-только подписался на мой канал, потому что вы подписались на меня, значит, вам понравился какой-то один мой видос. Но я держусь мнения, что нужно посмотреть несколько видосов на канале, чтобы понять, нравится вам или нет, стоит ли вообще на него подписываться. Поэтому идите, если вы не смотрели никакой другой видос, и смотрите там мои стримы, которые у меня были, видосики разные, потому что... Какие-то видео хорошо получались, какие-то не очень. Даже я это признаю, что все абсолютно видео не могут быть одинаковыми на моем канале. Так что спасибо вам большое. Давайте и дальше будете поддерживать меня, ведь меня это вдохновляет на то, чтобы снимать, покупать лошадок, снимать, как я это делаю, привлекать некоторых персонажей для участия в моих видео, хотя это очень редкость, но, тем не менее, иногда я приглашаю соклубовцев или вот свою сестру приглашаю. Вот, так что пишите комментарии, ставьте лайки, если у вас есть какие-то предложения, идеи, может быть, вам хочется просто коротенькие видосики, как я, чем, какой фигней вообще могу страдать в Star Stable, или, к примеру, какие... Чем мы можем страдать в Star Stable с моей сестрой, потому что те, у кого есть в Star Stable друзья, всегда знают, что просто кататься не получается, обязательно что-то случается, какие-то идеи, какие-то прогулки, куда-то лезть, какие-то истории придумать. Так что ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи в новых видео. С вами была я, Доналия, и моя новая магическая лошадка Лузитан, ой, которую я очень-очень сильно люблю. Так что всем пока! Удачи вам!